Треть шубы в подарок в честь открытия. Конец прошлой недели ознаменовался открытием первого в Омске магазина «Истнова» в торговом центре. Это уже шестой меховой салон из открытых в Сибири. Компания «Центр кожи», которая поставками изделий из кожи и мягкого золота на российский рынок занимается уже 13 лет, новый магазин позиционирует как самый наполненный ассортиментом. Без возрастных ограничений, с полной линейкой размеров. Только «Норка» представлена 300 моделей. Предприниматели в ближайшие дни обещают также завести коллекцию для детей. Отметим, открытие магазина длилось 3 дня. Все это время для мечей беспрецедентные скидки, танцевальная программа и праздничное настроение.